кажется, нет. Потому что это жестко. Мы на обрыве. Ну как вам? С днем рождения меня. И вас, если у вас будет скоро денюха. Зацените. Нужно очень быть осторожным. Самое главное, не соскользнуть и не упасть. Потому что, ну реально, сегодня как бы туман, слякоть и все такое. Поэтому это скользко, я вам сразу говорю. Очень жестко. Очень мощно. Но эмоции есть. Эмоции есть, ребят. И давайте я вас в обрыв запущу. Просто посмотрите, что там за чил. Как вам? Там жестко. Потому что вообще ни хрена не видно. Если честно. О, блин, я чуть на штык не напоролся. Так, сейчас погодите. Давайте. Я буду снимать, как я бегу. А вы? Ух ты, блин. Ага. Как я бегу, блин. Блин. Черт. Да, кабан, я знаю, ты бы сказал, Олег, что ты делаешь? Это опасно. Нет, да, ты прав, туда я не полезу, потому что туда уже это опасно. Короче, это просто чистый кайф. Подождите, камера чуть-чуть на меня. Воу! О, и туман, смотрите, он сходит. Фу, я не знаю, видно? Думаю, да. То есть, видите, он такой, только что прошел, и оттуда идет нечисть, нежить, Властелин колец. Он реально надвигается, видно? Он надвигается и поглощает. Блин, пора сматываться. Че за чилвил? Чилювили. Воу-воу-воу. Ладно, ребя, не буду показывать, как я слазю, все. Потихонечку собираю камеру и пару фоток сделаю и побегу. А, давайте скажу, что дальше. Дальше я хочу поехать в сторону Ялты. Обязательно вот в таком же месте примерно побывать. Гора Кошка называется, она тоже офигенная. Сегодня погода, кстати, чем ближе к Ялте, тем теплее. Я всегда об этом говорил. Я вот только повернул с Севастополя, там 20 километров отъехал и повернул сюда. Сразу намного теплее стало, намного. Это говорит о том, что Ялта, она в 1000 раз круче. Кто бы что вам ни говорил, лучший город в Крыму – это Ялта. ЮБК, Южнобережное шоссе, Ялта. Из-за погоды, из-за своего климата. Погнали, оставайтесь со мной, и вы в этом сами убедитесь. Потому что мы сегодня попадем в Долосы. Вот такое место. GoPro, стоп-видео.